так, щоб 30-40 метрів от. Цього тижня у Мінську було домовлено про звільнення 4 українських заручників. І сьогодні проведена операція по звільненню 3 з них. В тюрмах на окупованих територіях залишається ще 4 жінки, незаконно утримувані. І так само близько 20 громадян України, які мають важкі діагнози. І, власне, українська сторона наполягає на тому, щоб вони були звільнені в першу чергу. Честно сказать, я не понимаю. Еще пока мест очень тяжело это узнать. В моем уголовном деле есть показания 3 человек, я не буду называть их фамилию, о том, что я занимаю явную выраженную проукраинскую позицию, о том, что у меня есть контакты с администрациями на той стороне. Один подчиненный мой, бывший работник предприятия, один сосед. И один человек, который переехал с севера Донецка, он имел контакты к офицерам службы безопасности Украины, знал о том, что я с ними контактирую тоже, и дал показания в МГБ. Друзья, сейчас поспілкуйся с Червоним Христом.